Всем привет, дорогие друзья, из солнечной Алании. Как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся около зала бракосочетания в Алании. Таких залов в Алании несколько, но мы расписывались именно здесь. В то время, кстати, мы жили в Тосмуре, но специально подали заявление, чтобы нас расписали вот в этом центральном зале. И в этом видео я вам расскажу немного о нашей свадьбе, покажу фотографии, но самое главное, что в этом видео мы с вами пойдем обновлять наши обручальные кольца. В этом свадебном салоне регистрируют брак большинство пар Алании, потому что, как я уже сказала, это центральный салон. Наверху находится зал бракосочетаний, а вот здесь вот на первом этаже вы приносите свои документы, прежде чем зарегистрировать брак. В Алании могут зарегистрировать брак и в Турции, как и граждане Турции, так и граждане Турции с иностранцами, так и иностранцы. Для этого нужно собрать определенное количество разных документов. Собрав все необходимые документы, вы совершенно свободно можете воспользоваться залом бракосочетаний. Magazin muhabiri Ayhan Çetinkaya, Alanya'da yerleşik yaşayan Anastasia Bedrova ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikah töreni Alanya Belediyesi nikah salonunda saat 12'de gerçekleşti. Çiftin ailesi ve yakın arkadaşlarının katıldığı nikahta Ayhan ve Anastasia bir ömür boyu mutluluk için evet dediler. Anastasia bir kez evet demekle yetinmedi ve üçledi. Ayhan Çetinkaya beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Şahitler huzurunda evlilik akdini kabul eden çift imzaların atılmasıyla karı koca ilan edildi. Çetinkaya çiftinin nikah şahitleri ise Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Aledim ve Haber Alanya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış Başardı. Друзья, сейчас мы пришли на домлатаж. Как видите, с домлатажем у нас связано очень много хороших воспоминаний. И именно здесь, в день нашей свадьбы, 14 июня 2013 года, у нас была фотосессия. Сейчас вы видите фотографии, которые были сделаны здесь. Здесь очень красиво, здорово, и получаются очень красивые фотографии, как днем, так и вечером. Много пар фотографируется для классных фотоальбомов, для своих воспоминаний. Здесь рядом пляж, зеленые парки. Ну, в общем, домлатаж просто шикарное, уникальное место. Вот такой вот был день нашей свадьбы. И, как я вам уже говорила, мы с Айханом решили поменять свадебные кольца, а точнее купить новые обручальные кольца. И сейчас вместе с вами мы отправимся в магазин Plaza Diamond, где и будем выбирать кольца, а также сделаю для вас обзор ювелирных украшений из золота, серебра и, самое главное, с бриллиантами. Дорогие друзья, мы уже подошли к магазину ювелирных украшений Plaza Diamond. Находится он за мной. Найти его очень-очень просто. Находится он совсем недалеко от центрального перекрестка Алании, где расположен магазин LC Waikiki. Вот прямо вот здесь расположен магазин LC Waikiki. И пройдя буквально метров 30, вы окажетесь около магазина Plaza Diamond, где вы сможете приобрести шикарные ювелирные украшения. Мы идем смотреть наши обручальные кольца. В магазине Plaza Diamond всегда есть скидки и один из самых лучших выборов в Алании ювелирных украшений и, самое главное, украшений с бриллиантами. Помимо этого, в этом магазине работают два русскоговорящих сотрудника, которые помогут выбрать вам не только красивые, но и качественные украшения по очень хорошим ценам. Поэтому все контакты этого магазина в описании к видео. Телефон, WhatsApp, ну и, конечно же, карта, по которой вы можете найти этот магазин, когда вы будете находиться в Алании. А если вас что-то заинтересует, можете писать на WhatsApp и
по WhatsApp, ребята вам пришлют разные модели, ну и, конечно же, цены на все те украшения, которые вам интересны. Вот эти сережки Роберто Браво оригинал. Вот эти похожие, чуть-чуть разница. Форма, да, похожая. Форма другая. Да, но... И без камней. Вам лучше с камнями или без камней? Без камней. Ну, я думаю, ну, да, что вот эти как раз из этих можете выбирать то, что вам больше нравится. Ой, все нравится. Буду выбирать. Будем мерить, смотреть. И суперскую цену вам сделаем. Да, но надо. Самое главное, скидку. Скидка самая главная. У нас можно торговаться чуть-чуть, если. Если чуть-чуть можно. Нет, надо много. Мы и так хорошие скидки делаем. Здравствуйте, уважаемые гости. Рада приветствовать вас в магазин Plaza Diamond. Меня зовут Хаят. Я покажу вам наш магазин, что у нас имеется. Наш магазин находится в центре города Алания. В нашем магазине имеются ювелирные украшения с бриллиантами, с драгоценными камнями, султанитами, полудрагоценными камнями. В нашем магазине имеется серебро, часы швейцарского производства. Здесь у нас имеется вот этот угол, у нас изделия с бриллиантиками. Полностью изделия с бриллиантиками. Бриллиант у нас южноафриканский, якутские бриллианты имеются. Золото у нас 585 и 750 пробы. Белое, желтое и красное золото. Это изделие называется Liberty. Здесь у нас 1 карат на камне. Золото 585 пробы, розовое золото плюс белое золото. А также это изделие у нас называется танцующие бриллианты. Сальса называется. Тоже наше свое производство. Бриллианты в белом золоте. А также у нас имеются разные всякие браслетики. Наше свое производство из трех цветов золота. Красное, белое, желтое и с бриллиантиками. А также у нас много-много разных браслетов, комплектов всяких с бриллиантиками. Есть драгоценные камни. Из изумруда есть у нас, сафиры есть, рубинами есть очень много изделий. Также мы делаем изделия на заказ. Если у клиента есть в голове какие-то определенные модели, то мы их в течение 2-3 дней, в зависимости от сложности работы, можем воплотить в реальность. Здесь у нас изделия тоже с бриллиантиками. Бриллианты трех качеств. Есть высший класс, средний класс и нищий класс. По стоимости изделия кольца с бриллиантами начинается от $200 и до, можно сказать, до $100,000, в зависимости от карата бриллианта и величины бриллианта. На каждое купленное изделие у нас выдается гарантийный сертификат, который предоставляет вам возможность обменять изделия в течение 5 лет. За какую сумму приобрели, за эту же сумму можно будет обменять. Здесь у нас изделия для более европейских стран. То есть такие массивные кольца, серьги, здесь у нас браслетики всякие массивные. Вот такие камушки есть специфические. Кошачий глаз есть. Здесь янтари есть, ониксы есть всякие. То есть очень интересное тоже изделие имеется. Здесь у нас изделия более эконом-класса, без бриллиантиков, с одним камушком. Здесь Сваровски у нас, фианитики имеются. Золото 585, без бриллиантов, в основном идет золото, у нас 585 пробы. В этой витрине у нас имеется, наверное, все знают, фирму Роберто Браво. Он в оригинальном, мы официальные дилеры фирмы Роберто Браво. На каждое изделие выдается гарантийный сертификат фирмы. И плюс на каждом изделии имеется клеймо Роберто Браво. То есть все в оригинале. А цены на Роберто Браво, кольца есть и за $200, кольца есть и за $20,000. Золото особо сильно не оценяется. Здесь оценяется работа изделия и плюс величина. Если какого-нибудь лимитированного изделия, в Роберто Браво очень много лимитированных изделий. Если лимитированное изделие, оно, соответственно, получается дороже. Здесь у нас обручальные кольца, то есть женим сразу здесь же в магазине. Здесь у нас часики. Часики у нас не высшего уровня. Часы у нас от $100 до $1000. Часы полностью тоже в оригинале. Таких сильно дорогих часов не имеется. Но в то же время любые часы, которые клиент попросит, мы
по каталогу в течение 2-3 дней можем найти, провести без проблем. Марки у нас Violux имеется, Hislan имеется, Momentus имеется. Часы полностью почти английского производства. Вот только Hislan у нас швейцарское производство. Ну, на все часы у нас имеется гарантийный сертификат. Часы недорогие, от $100 до $2000. Здесь у нас такая детская коллекция, браслетики детские. Можно делать гравировки полностью на любые браслетики. Браслетики от $80, плюс еще у нас подарочки имеются, гравировку делаем бесплатно. Здесь у нас сережки, как детские, так и взрослые сережки, без бриллиантов, полудрагоценные камни. Сережки у нас где-то от $100 начинаются, без бриллиантов, и, наверное, самая дорогая — $1000-$1500. Дальше у нас идут здесь полностью наши знаменитые турецкие камни, султаниты. Чем эти камни интересны? Они в течение суток можно увидеть 4-5 разных цветов. Они при разном освещении меняют разные цвета. Они очень популярны, очень много продаются. Комплект от $300 и до $2000. Здесь вставки не бриллианты, вставки в основном идут сваровские, фианитики всякие разные. Золото 525 пробы в трех цветах имеется, в желтом, в красном и в белом. К примеру, понравилось кольцо, размер не подходит. Размеры в течение 5-10 минут у нас при входе в магазин имеется мастерская. Мастер в течение 5-10 минут от сложности, зависимости размера, то размер делается. У нас раскатки не имеется. Если кольцо увеличивается размером, то кольцо режется, туда добавляется золото. И профессионально все полируется, получается как с завода кольцо. Вот здесь с бриллиантиками. Султаниты — очень огромный выбор у нас. Вот полностью здесь, вот эти витрины полностью султанитами. Султанитами очень большой выбор. Плюс, если есть по желанию клиента какая-нибудь определенная модель, то модель можем без проблем тоже воплотить в реальность. Сделать без проблем в течение 2-3 дней. У нас на каждое изделие выдается гарантийный сертификат от государства, который предоставляет возможность в течение 5 лет можно будет обменять. То есть клиент поносил, купил в этом году, скажем, на $500, поносил, разонравилось или бюджет чуть-чуть повысился, можно на следующий год прилететь и доплатить, поменять. Либо не доплачивать, за эту же сумму можно поменять без проблем в течение 5 лет. У нас чистка, ремонт в течение 10 лет, все бесплатно. То есть там треснул камень, скажем, ну всякое бывает, треснул камень, там поцарапалось кольцо или любое какое-то украшение, то в течение 5 лет, 10 лет мы восстанавливаем все абсолютно бесплатно. В каком-нибудь любом отеле будут, не обязательно, чтобы наш филиал был. Они звонят нам, мы отправляем сервис, сервис бесплатно абсолютно забирает, привозит, все чистим, делаем, как полагается, и довольный клиент уезжает в отель отдыхать дальше. Поздравляю вас с покупкой, сертификат. Напоминаю, 5 лет гарантии на обмен, 10 лет гарантии на чистку, на ремонт. Спасибо. Носите на здоровье. Обязательно приеду. При входе в магазин наш имеется мастерская. Мастер у нас более 20 лет стажа у мастера. Мастер у нас любые украшения изготавливает. Плюс здесь у нас делается сразу на месте размеры. Укорачиваем, удлиняем цепочки, уменьшаем, увеличиваем кольца. Здесь у нас мастерская такая, небольшая. Также при входе в магазин этот салон у нас полностью серебряный салон. Здесь у нас изделия из серебра. Серебро тоже наше свое производство. Здесь у нас такая небольшая витрина, которая показывает всякие разные камни, полудрагоценные камни. Здесь у нас клиенты сразу могут выбирать камни, и из этих камней в нашем мастерском сразу изготовить изделия всякие разные. Эта витрина у нас мужская витрина. Здесь у нас для мужчин кольца, браслеты всякие разные имеются. Вот султанитами есть кольца, сониксами есть всякими полудрагоценными камнями, цепочки для мужчин. Массивные, так и маленькие с этими. Такие у нас цепочки всякие разные, с подвесками всякими разными. Серебро у нас радировано, не чернеет, не темнеет. Тоже на него гарантия у нас 5 лет на чистку, на ремонт.
Здесь у нас изделия для женского пола, так скажем, для милых дам. Здесь у нас изделия жемчугом, искусственно выращенным. Султаниты тоже имеются полностью, фианитики всякие разные. Серебро у нас позолочено есть, под золото сделано. Серебро у нас 925-я проба. И плюс у нас есть обычное серебро, не позолочено. Чисто как. Здесь у нас полностью изделия с султанитами. Очень большой, огромный выбор в серебре, султаниты. В серебре султаниты комплекты начинаются от $50 и до самая дорогая долларов 200, наверное, в серебре. Смотрите, к примеру, вот этот комплект, полностью комплект, сережки, подвесочка, кольцо, стоит где-то $90. Плюс сюда можем подарить одну серебряную цепочку. Подвесочки имеются. Подвесочки от 20 до $50. Это хорошо, оно массивное. Будет... Вот такие всякие разные подвесочки. Кольца вот $20-25 колечки султанитом. Тоже изделия султанитами, фианитиками, всякими разными камушками, цветными камушками. Комплекты вот с разными камушками, вот этот комплект стоит $70. Кольцо, подвеска, сережки. Вот этот комплект стоит где-то $65. У нас на серебро постоянно действуют скидки 50-70%. В данный момент у нас скидки действуют 50%. Вот как видите, 50% скидки на серебро у нас. Вот здесь у нас браслетики из серебра. Подвесочки такие, всякие разные. Здесь у нас бусинки. Здесь у нас бусинки, кварц имеется, жемчуг имеется, всякие бирюза имеется, то есть разные всякие камни, бусинки, браслетики. Вот такие есть обручальные кольца. Эти обручальные кольца мы делаем в золоте, это в серебряном. Мы их на заказ можем сделать в золоте. Любую модель выбирает клиент и делаем в золоте в течение 3-4 дней. Здесь у нас имеются цепочки, ассортимент цепочек, разные всякие новинки у нас. Вот бисмарк имеется, королевское плетение имеется, всякие разные цепочки у нас по толщине, по грамму. Цепочки у нас недорогие, цепочки от $10 и до где-то $200-300, в зависимости от работы, от величины цепочки. Есть позолоченные цепочки, есть простые в серебре, просто радированные, которые не темнеют. Дорогие друзья, как вы знаете, 14 июня у нас будет 8 лет со дня нашей свадьбы. И наши кольца, в общем, они уже совсем старенькие, и мы решили их поменять. Для обновить. Этого, да, мы решили для этого прийти в Плазу Diamond, для того, чтобы, во-первых, посмотреть, какой есть ассортимент. Ну, мне, пожалуйста, уже прям так не терпится. И я знаю, что кольца есть вообще совершенно всякие разные. И сейчас мы выберем, что понравится Айхану и что понравится мне. Но они должны быть парные, да? Здесь у нас в основном все парные. Ага. Выбирайте, размер не подходит. Размеры в течение 2 дней делаем. Ага. А вот я вижу, что здесь есть, например, мужское... Белое золото, да? А женское, да, желтое золото. Вот это, например, ваше с камушками. Это, ага, для Айхана. Ой, красиво как. И вы их можете все уменьшить. Да, да, конечно. Здесь у нас фианитики, но если, ага, по вашему желанию, можем сделать с бриллиантиками. Ой, и сделать, ага, поменьше, побольше. Или если вам цвет не устраивает, модель нравится, цвет не устраивает. А я, например, хочу что-то вот такое вот более плавное. Не вот такое прям резкое, а вот такое что-то более плавное. А вот такие более вот такие плавные могут, да, быть, смотрите. Ага. Вот тоже с камушками, интересненькие, сделано под... Но здесь желтое золото, я хочу что-то... Это я без проблем. Если модель, ага, нравится, точно это же изделие можем сделать в белом, полностью в белом. А, то есть даже так. Вот, а пожалуйста, что есть с бриллиантами, например? С бриллиантами у нас вот любое украшение, какое здесь видите, любое украшение можем сделать с бриллиантами. А, то есть мы просто выбираем здесь модель? Здесь вы выбираете как аналоги, мерите, нравится, делаем вам в течение 2-3 дней,
с любым камнем, любой ваш размер, любой цвет золота без проблем. А сколько, например, вот такое довольно. Вот кольцо будет стоить с бриллиантами, если сделать? Если такое кольцо белое делать с бриллиантами, да. А белое золото с бриллиантами, здесь около 1 карата бриллиант будет. Ага. Он будет в районе 1000-1500 долларов. 1500. Да, здесь карат может даже больше будет бриллиантиков. Ага. Это, да, цирконий, фианитики. И сколько вот такое? Это кольцо стоит в районе 300 долларов, 250-300 долларов, да. Это белое золото? Белое золото и цирконий, да. Ага. С мужским вместе он будет где-то 600 долларов с размером с гравировкой. Ну, Айхан такой точно не захочет, он хочет. Айхану, да, что-нибудь поспокойнее, он нашел свое. Да. А вот это вот в какую цену? Это кольцо полностью массивное, это кольцо стоит где-то 300-350 долларов в районе. Белое золото, 585-я пробы, матово и плюс глянцево. Пианино самое? Ага. Очень классно. Вот это мне очень нравится. Я люблю прям с камешками. Вот мужская. В общем, друзья, мы выбрали вот такие вот два кольца. Очень классные. У нас еще есть 14 дней, чтобы подумать. Подумайте, будем рады вас видеть. Вот эти вот просто потрясающие, очень классные, красивые. Хочется, да, хочется так обновить уже, да, их обучу обязательно. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, будем рады вас видеть снова в нашем магазине. Заходите. А вы, друзья, тоже приходите, и, как вы видите, можно выбрать даже из разных наборов совершенно разные кольца. Вот Айхан выбрал такое, я выбрала совершенно другое. И это просто, ну, просто потрясающе, когда вы можете сделать что-то под себя с гравировкой. Просто супер. Свое. Будет свое. Чисто своя модель. Здесь главное фантазия. Фантазию включите, сделаем любую модель, которая вам самим по душе. Добро пожаловать к нам в магазин. Заходите, будем рады каждому клиенту. Поможем с выбором. Сделаем огромные скидки. Поможем вам приобрести такое украшение, чтобы вам было по душе, носили с большим удовольствием и при этом приобрели не очень дорого. Заходите в гости, будем рады.